Молиться нашему Господу. Я попрошу всех не садиться, будем стоять перед нашим Богом. Наш Бог, Отец, мы очень благодарны Тебе за то, что можем сейчас быть с Тобой, Господь, что Ты здесь, посреди нас, Отец. И, Бог, мы хотим молиться Тебе о том, чтобы Ты, Господь, благословил нас, наши жизни, Господь, нашей церкви, Бог. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты менял наши сердца, Господь, менял сердца людей, которые пришли сегодня сюда, Бог, на эту праздничную службу, Господь. Я очень прошу Тебя, Отец, благослови, Бог, жизни людей, Бог, в этом городе, в этом регионе, Господь, в этой стране, Отец, чтобы люди приходили к Тебе, Господь, узнавали Тебя, Бог, чтобы люди любили Тебя, Господь, всем своим сердцем, Бог, всей своей душой, всем своим разумом. Отец, мы молим Тебя, пожалуйста, будь здесь, посреди нас, Господь. Мы молимся Тебе именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Вы знаете, сегодня, вообще сегодня воскресенье. Аминь. И воскресенье – это день такой радостный, не только потому, что люди, многие люди отдыхают, может быть, кто-то сегодня работает. Но это день не только отдыха. Для нас, те, кто верует в Иисуса Христа, это день славы, правда?
день какого-то необычного праздника. И, может быть, каждую неделю в воскресенье мы, как верующие люди, собираемся и молиться Богу, и слушать Слово Его, и петь песни, поклоняться Ему. Но сегодня в Екатеринбурге исторический день. Потому что многие братья и сестры из разных городов, даже из разных стран, приехали сюда на конференцию под названием, не побоюсь этого слова сказать, «Окрылённые мечтой». Конференция поклонения и прославления. Вы знаете, что интересно? Ежегодно эта конференция проходит в разных городах и даже в разных странах. Но Бог позволил каждому из нас, каждому брату и сестре, которые приехали из разных городов, из разных стран, приехать сюда к вам, увидеть ваш прекрасный город. Если вы из Екатеринбурга, я хочу вам сказать, у вас прекрасный город. Может, вы уже привыкли, давайте поддержим всех екатеринбургцев. Замечательный город, гостеприимный город, но больше всего мы благодарны за вас, братья и сестры. За ваши сердца, за ваше вот такое соучастие в наших жизнях. Вы приютили нас, накормили, обогрели и вдохновили. Кто-то сказал, побрали, это неправда. Я хочу прочитать один отрывок из Библии, который меня лично очень сильно вдохновляет, надеюсь, поможет вам сегодня еще больше и ближе приблизиться к нашему Господу. Псалом 66. «Будь милосерден, Боже, и нас благослови. Дай Твоему лику вечно сиять перед нами, чтобы повсюду известны были Твои пути, чтобы народы познали спасение Твое. Да восхвалят Тебя люди, да восславят Тебя все народы. Пусть воспоют они радостно, что Ты справедливо правишь народами на земле. Да восхвалят Тебя люди, да восславят Тебя все народы. Земля дала нам добрый урожай, и Бог наш благословил нас. Да благословит нас Бог, и да возлюбит Его во всех пределах земли. Аминь. Сейчас я вижу так необычную книжечку, которая называется «Конференция поклонения. Екатеринбург, 2001, с окрылённой мечтой». И вы знаете, сейчас я буду называть города. Людей, откуда приехали наши братья и сестры. Давайте мы, когда будем называть каждый город, мы отдадим все свое сердце и поддержим их. Итак, Красноярск, Россия! Если вы из этого города, встаньте, пожалуйста. Куда Россия? Челябинск, Россия! Новосибирск, Россия! Владивосток, Россия! Алматы, Казахстан! Санкт-Петербург, Россия! Ярославль, Россия! Владимир, Россия! Уфа, Россия, Самара, Россия, Дюмни, Армения, Москва, Россия, Киев, побратимы, Украина, и, конечно же, город герой для всех нас. Самый из самых гостеприимных городов на сегодняшний день. Екатеринбург! Спасибо, дорогие друзья! Давайте сегодня мы вместе с вами, не стесняясь, будем славить нашего Бога. Будем приветствовать и поддерживать тех, кто будет на этой сцене петь для нас. Конечно же, петь для Бога, но помочь нам приближаться к поклонению и прославлению нашего Господа.
Так давайте продолжим вместе служить сегодня нашему Богу. Спасибо. Я приглашаю на эту сцену Олега Гробова, он прочтет псалом, а также детей наших. Псалом 85, стихи с 8 по 13. Среди богов нет никого, как ты, и нет сравнения твоим делам. К тебе, Господь, придут с поклоном все народы и станут имя прославлять твое. Ты, Господи, велик, дела твои прекрасны, ты, Бог единственный, Господь, хочу учиться твоему пути, чтоб к истине твоей прийти. Дай мне возможность возлюбить тебя неразделенным сердцем. Тебя, Господь, я буду восхвалять всем сердцем и буду имя твое славить вечно. Так велика твоя любовь, что спас меня из царства мертвых. Аминь. Посмотрите, друзья, сколько детей в зале. Встаньте, пожалуйста, родители, у кого дети здесь. Посмотрите на сцену, здесь тоже дети, это наши все дети. И мы славим Бога стоя, да, мы встаем и славим Бога изо всех сил. От всего сердца, не жалея своего голоса. Потому что Бог многое делает в жизни каждого человека. И дети это уже понимают, у них есть тоже свои песни. Мы вместе на собраниях поем, вместе с детьми песни. Мы споем две песни. «Во мне живет его любовь» первая. Учили.
Давайте вдох. Давайте вдох сделаем все. И выдох. И скажем, а я спокоен. 3-4. Своих прекрасных детишек на детские программы, на очень веселые, классные детские программы. И мы продолжим через несколько минут здесь наши службы для Бога. Спасибо.